А обжариваем лук для чебурека, для фарша, поэтому он крупный. Перчика душистого, перчика черного, гималайская розовая и соли. Лука добавляем, фаршик помешаем. Вот тесто раскатали, чтобы одинаковая самса была. Чебурека. А, чебуреки, да. Вот стаканчиком вырезаем. Вот, теперь раскатаем мясо. Прижали, сейчас пойдем жарить. А, с этой стороны он красивее. Ах, какая красотень жарится. Ах, пошел я кушать. Всем приятного аппетита. Вау, какая красота. Жена в шоке. А, ассистент мой в шоке. Не успеваем жарить. Искусство чебурека. Он должен плавать в масле. Он должен такой быть в масле плавающий. А если он в масле не плавает? Прям на мое пузо капнуло. А, да ты че, блин? Ладно, пойдем в другую сторону. Он должен плавать, тогда он хрустящий. Так, этот уже готовый. Да, мы тебя сюда. Я хочу попробовать, ни одного не успела. Не успела попробовать, это вообще что-то. Это что-то бледным его дожарим. Но этот тут ассистент попробует. О, процесс пошел. Чебурек превращается в чебурек. Надо включить вентилятор, а то я сейчас от запаха просто упаду в обморок от этого вкуснючего. Просто офигительно. Просто очень-очень офигительно и очень-очень вкусно. Он еще рановато, он еще не поджарился. О, надувается. Тут тоже надувается. О, прям всплывает на воздушной подушке. На воздушном шаре плывем мы. А куда вы? А, летим на воздушном шаре. Что-то я не попадаю, блин, в музыку. На этого послушать.